Дополнительные посадки, но насколько если я что-то забыла или не помню, дополнительные посадки деревьев осуществлялись в районе ФСЦ «Лидер». Дважды садили в районе ФСЦ «Лидер». Так получилось. Не знаю, пропали дубки, да? Там есть кучу. А потом дополнительно еще садили деревья. И по улице Революционной садили. Ну, это мы по улице Революционной садили. Мы 75. Что еще мы садили? 20. Я как бы вот... В этом, по акции «Сохрани лес» весной было высажено около строительного техникума, около третьей школы, где-то в районе, наверное, на это. И население еще у себя в садах брали, потому что вот акции это и в прошлом году, и в этом году во время акции, ну, многое я не могу, но где-то в пределах 500-600 штук мы городу все время ежегодно даем. Я говорю, если бы вот это вот все сохранялось, сколько мы даем посадочного материала. Тут уже лес бы был. Да. Ну, в третьей школе мы садили, знаете, вот мне, ну, честно, мне жалко. Ну, пришел бы, попросил мне, я бы так дала бы домой. Посадили кедр там под клёнами по периметру. Ездил, наверное, года два, смотрю, прижился, маленько начал с травы выглядывать, исчез кедр. Сперли. Ну, я могу персонально сделать предложение в рамках участника экологического совета. Да. И обязуюсь там посадить новые деревья. Цветы там уже садят, я где? Покажу место и все остальное. Хорошо. 30 лет долго со мной будем. Там тополя надо спилить. Вот будем, наверное, только вы мне дайте места, чтобы я посмотрела, чтобы они были без сетей. Давайте мы так, с вами уже сколько раз говорим, ваши площадки, наши... Нет, мы же нам дали.